Привет, это видеоверсия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о старте продаж кроссовера-кабриолета Volkswagen T-Roc. Компания Volkswagen объявила о выходе на автомобильный рынок открытой версии T-Roc. Новинка появится в автосалонах Германии в конце следующей недели со стартовым ценником в 27 495 евро. Это примерно 2 233 000 рублей. Модель позиционируют как первый кроссовер-кабриолет в компактном классе. Открытая версия кроссовера была представлена летом 2019-го. В ходе превращения в кабриолет T-Roc лишился дверей сзади и обзавелся тканевой складной крышей на четырех поперечинах, которая опускается и поднимается всего за 30 секунд на скорости до 30 км в час. Колесную базу пришлось увеличить на 40 мм, чтобы организовать место для крыши в сложенном виде. А в задней части авто установили дугу безопасности. В результате доработок габариты T-Roc поменялись. Он стал длиннее и ниже кроссовера с обычной крышей. А объем багажника сократился с 445 до 284 литров. Моторную гамму авто разделил со стандартным кроссовером. Новинку можно будет приобрести с бензиновыми агрегатами, литровой турбо-тройкой и полуторалитровой турбо-четверкой мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Обе установки сочетаются с шестиступенчатой механикой, а для более мощного варианта также предусмотрен робот DSG. Для кросс-кабриолета T-Roc доступен пакет опций Airline, 17 или 19-дюймовые колесные диски, аудиосистема с 12 динамиками, комплекс мультимедиа MIB3 с электронной eSIM-картой и приборная цифровая панель. Производство кабриолетов T-Roc налажено на заводе Volkswagen в немецком городе Оснабрюк. Компания планирует ежегодно продавать примерно 20 000 автомобилей данной модификации. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. До скорого!